Для пешеходов правила не писаны. Накануне в городе произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. В одном случае мужчина получил переломы тела, в другом погиб. Есть, конечно, выражение «правила существуют для того, чтобы их нарушать», однако не следует придерживаться его на дороге. Для перехода проезжей части существуют специально отмеченные места. В любом другом месте человек может быть сбит автомобилем. 2 аналогичных ДТП произошли вчера в Можгородке и в старой части города. В 18:30 на улице Богдана Хмельницкого, 1, водитель российского автомобиля совершил наезд на пешехода 1969 года рождения, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход-мужчина получил переломы тела и был госпитализирован. Второй случай произошел на улице 60 лет октября 30. Водитель 86 года рождения сбил пешехода, опять же переходившего в неположенном месте. Пешеход до настоящего времени не установлен у нас. При нем документов никаких не было. На вид грязный, бомжеватого вида. После чего, то есть, скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. За данным водителем числится 31 нарушение правил дорожного движения. Из них 3 нарушения за непредоставление преимущества пешеходам, превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора. 28-летний водитель в момент аварии находился за рулем автомобиля с просроченным водительским удостоверением. Анастасия Попова и Дарна Сыров, ОТВ МИАС.